Всем привет! Вы на канале Аленка. Это не мои любимые волки. Это дракономания. Как сказать, можно ее назвать? Легенда дракономании. Вот так. Это новая игра? Да. И что нужно делать? Ну, играть, драконов собирать. Ты знаешь, сколько их? Сколько? Я забыла, где вкладочку включать драконов. А вот. Смотри. Реклама. Опять реклама. Ну она хоть быстрая. Смотри, сколько драконов надо собрать. Да. А мне пока только 17. У тебя только 17 драконов? Угу. Или 17 доступно? 17 драконов. Да? Они у меня есть. И в чем суть игры? Надо играть, собирать сил драконов. Я, кстати, сейчас знаете, на что коплю? Вот на этот остров. А, открыть новую локацию, да? Да. И там 300 тысяч. А у тебя сколько? 275, да? Ну, уже немного осталось. Да. Да? А что нужно делать? Кстати, есть такая игра, но для этого нужны мячики эти. Вот какие у меня есть драконы. А, тут нужно собирать всякие эти ништячки. Да. Да? Кстати, открыла новое, и у меня там это, малыш будет. И вот тут малыш будет, вот. Да? Угу, оно. Да. О. Кстати, у меня с такой способностью... Я помню, один у меня с такой способностью. Знаете, какая у него способность? Это не копится. Это тоже. О, копится. Сейчас я вам покажу, с какой он способностью. Ух, вот какой. Он, у него металл. Это металлический дракон какой-то, да? Металл. Способность металл. Способность металл? Это такое специальное свойство у него, да? Угу. Ага. А что за корабль? Там покупать всякое можно. А, это что? Пират, да? Пират. У него за деньги можно покупать разные вещи, да? Не только за деньги, и за кристаллы. За деньги, за кристаллы, за разные ценности, да? Я за это покупала вот это. Потому что мне еды очень мало. А нужно много еды? Да. Может, в бой сходим? Ну, сходи. А как нужно в бой ходить? Босса когда-то прошел очень тяжело. Что вряд ли я смогу пройти. Ты вручную бьешься или как? Нет, это не другие игроки. Это так. Ого, как ты его. Ой! А че он так меня легко-то? Так, может, кого-нибудь другого нет. А тут смотри, чем можно бить, да? Угу. Да. Конечно, удары у него. Ну так. Ух ты. Спасибо, ты меня убил. Ожидайте, что-нибудь легкое. Поиграла. Ну хоть этого с босса могу победить, напасть. Только вот. Хотя. Нет, давай так. Пойдем. Так. Ух ты. Это слабый. О, подождите, а че он? А че он разродился? Не, огнем лучше, наверное. Минус 217, да? Mm-hmm. Ох ты, он у тебя минус 247, да? Кстати, вот это ваша драконная жизнь. Если она закончится, он проиграет. Какая лучше способность? Мне кажется, это... Камнями закидал, да? О, сейчас будет... Да! Жаль, что у него... Красивая способность, но очень слабая. Так, так, так. Чё? Ну ладно. Ух. Смотри, он никого у меня не убил, потому что он промазывает. Да если бы он по первому стрельнул бы. Ох ты, да? Вряд ли он нас победит. О! Не. А как ты определяешь? Смотри, вот красное мигает, это у него... Вон, видишь, красное?
Ага. Мигает. Я, наверное, давай водой. О, чуть-чуть промазал. Мы победили. Да? Угу. 25 мячиков. Купить. Не буду покупать. Это, я помню, самый первый босс. Так открой же, он там у тебя какая-то висит. Не? Так я это открываю, но если хотите, можем попробовать пройти. Ну, когда мы больше не сможем никакие бои пройти. Дождите. Давайте попробуем победить. А, кстати, такого дракона... Ух ты! Прям с одного удара. У меня такого дракона нет, а вот эти два есть. Тебя, не, это не мое. Сбежала. Да. Он смотрит, там какой-то свиток висит. Так я его проходила. Ну, открыть его прочитать можешь? А, нет, да? А по самому свитку. Реклама. Выключи. Точно. Ух ты. Мне такого, кстати, дракона нет. Вот эти есть. Позолоченная шахта какая-то, да? Напасть. У тебя дракон еще слабый, чтобы нападать. Да у меня просто заряд кончился. Да? Портала. А мячики зачем нужны? Сейчас увидите. Правда, их надо напастись. Вот это поймаем. Они по всему летают, везде. Так а что они дают? Это для игры какой-то, да? Ну да, для игры. Да ну тебя! Так, вау, ща. Не играть. И как же тут играть? Не, в нижний брать. Камни эти что? Ну, не знаю. Вот. Вот. Дракон довольный теперь. Раз. Ну, камни, вот смотри. Нет, он, смотри, слева от тебя внизу дракон есть. Ему нужен камень. Какой? Слева синий. Не, это справа, слева. А, так нужен... мне... Нет. Камень. Нет? Нет. Видишь, там дракон с камня нарисован. Что ж им надо? Не знаю, давайте лучше закончим. Всё? Подождите, а сколько? А сколько? У тебя 2595 мячей, да? Ничего себе. Ну, круто. Да. Что тут еще? Можно какие-то ресурсы, наверное, собирать, да? Давайте покупим сейчас на новый этот... Остров? Да, кстати, может, сегодня мы снимем видео, как я докоплю его, купим. Так ты можешь сейчас уже набрать на него скоро. Да, ага, скоро. Тебе нужно 13 тысяч всего-то. Всего-то ничего-то. Да, всего 13 тысяч надо. Так мне надо драконов, то-то. Бе. Да. Я сейчас по кругу буду ходить, их, у них монеты собирать. Кстати, какой у меня сегодня дракон вылупился крутой. Да. А, не такой, не один дракон. Мне его ветер и это... Ветер и что-то камни, по-моему, да? Это руда, что ли. Ну, у этого такая способность. Дай мне монетник. Да. Это три... Да, в принципе, немного тебе дают, да? Да. Это когда я приду погуляю, мне побольше дадут. Так может тебе дают деньги за бои, когда ты воюешь? Так я не могу больше. Почему? Так что у меня всего портала нет. А, все уже, да? О! Уже можешь, да? Бой. Вот. Вот. А, у тебя нету сил, да? Да. А кристаллы я тратить не хочу. Ну, понятно, да. А что у меня тут есть взять?
Ну, взять. А, дышите. Дышите, мы что, можем это? О, мы сможем. Только давайте что-нибудь легенькое. Да не хочу приехать. Да ну, это легкотня. Мы сейчас его за раз-два победим. Ух, ух, вот тебе. Ты что? За раз-два. Сейчас тебя как бы за раз-два. Угу, за раз-два. Это я сильная. Ух. Ух. Ой, да ну и шо? Не попало, да? Да я его сейчас и убью. Ух. Ух ты. Что тебе за это дали? Сколько мне золота, самое главное? 100 золота дали тебе. Ну да, в принципе, немного тут дают, да? Ну да. Так, дайте выйти. Я, кстати, еще 2 боя смогу пройти. Давайте второй. Раз, что-то их на серьезных ребят напало. А не, хотя у тебя 4 уровень, да? И 5. Да? Где твои? Вон, вот они, да? Вот они. Так. Да ну тебя! Куда ж ты прицельнулась? Я в тупо хотела посмотреть. Давайте всех по-разному. Ух! Смотрите, у них нету такой атаки зелень. Она крутая атака, оказывается, когда я смотрела видео. Она очень крутая, самая хорошая. Так у них такой атаки нету. А у меня есть. Только, правда, у этого дракона. Но у меня, правда, не один дракон с такой способностью. Так, мы тебя не кусали. А то ты, я знаю тебя, по-хитрому ты сделаешь. Когда я всех поведу, ты меня будешь кусать этим. Да, конечно, укусила. Тут надо на зеленую попадать. Вот в чем проблема. Да мы тебя сейчас убьем. Ух, ну ладно. Ну, не совсем. Да убьем. Ух, о, ну все. Все, ты нас не убьешь. Да, даже старайся, делай, что хочешь. Пока, можно сказать. О, 5 кристаллов мне дали. 5 кристаллов? Да. Вот, 120. 120 золота, да? И сейчас можем еще один пройти. Бой? Вот тут 3 уровня, видишь, бойцы? Да, не слабей. Ну, у тебя 4-го. И 5-го. 4-го и 5-го. Да? Да. Реклама, да? Где? Все, пока. Все, да? Бой. Все, мы больше не сможем пройти. Я надеюсь, мы победим. Ух! У меня, кстати, такой есть, такого нету. Ну, да я такого босса проходил, он самый первый. И вот такого. Не, ты не туда стрельнула. Чего? Потому что, смотри, там тебе показывают, какой урон ему наносят. О. Вот смотри, ты когда наводишь, видишь, сколько? Ой! Да ну! Я ж не специально нажимаю. Да не проиграю я. Бедный. Ух ты, почти вынесла одного. Он промазал в моего. Все, мы одного победили у них. Тут самое важное победить всех. Да? Да, ты меня промазал. Это... Там еще и твоего друга убьем. По силе. Ух! Смотри, какой у меня этот сильный. Правда, у меня есть не только 5 уровня, и 10, и 12. Ой. А, хотя нормально. Ударила. Да все, мы, можно считать, победили. Все, мы победили. Сколько тебе, 100 денег дадут, да? Вряд ли 100. Лучше бы дали, там, 102. О, 140. 140. Ну, хоть больше, чем в те разы. Но все, мы не сможем пройти. Хотя кристаллы мне так и не нужны. Да ладно, оставь кристаллы пока. Мало ли, они могут для чего-то понадобиться. Для чего? Я драконов не буду покупать. А что там вот на горе какой-то сундук? Где? А вот такой сундук. Вот это. Кормить. До скольки ты кормить? Не, вот большой сундук такой. Где? Да вот, прямо ты на него смотришь.
Нет, нет, закрой. Вот сундук. Оп. Что это? Ты будешь это за деньги покупать? Не, 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 не буду, не буду. Это за деньги, да? Да. Я тут что-то нажала и забыла, где. А вот. Подожди. Да, конечно, классно. У меня нету. У меня только... Надо 4, а у меня только 2. Угу. А это можно построить какие-то улучшения. Смотрите, да? Какие логово есть. Это, смотрите, электрическое, это какое-то непонятное. Это солнечное, ночное. Это особое место, где могут разместиться все драконы, даже легендарные. Легендарные драконы. А, ты читаешь украинскими буквами, да? Да, мне правда есть такое налогово. Ага. Это, наверное, для любых драконов. Для конов. Драконов. Давайте как-нибудь это. Может, покупим монеты? Потому что я очень хочу купить тот остров. Они набираются со временем, да? Да. Так. Вот. Нет, не набирается тут. А тут вот набирается. Знаете, где у меня эти драконы? Они вот, вот тут они работают, не носят. Так, сюда ты уже заходила? Вот они носят мне. А что они носят? Ну, деньги там. Если хотите, можно ускорить. Там это за какие-то кристаллы, да? Да, мне их нормально. Угу. Ну хорошо, будем ждать, пока появятся деньги, чтобы открыть новый остров, да? Да. Это сегодня будет. Да? Да. И драконы у тебя пока воевать не могут, да? Да. Ну, то есть остается нам только ждать, да? Угу. Пока все накопится, да? Угу. Всем пока и до скорых встреч. До следующего раза, да? Да, сегодня будет. Сегодня будет? Угу. Ну, хорошо.